До уборочной кампании в Могилевской области проступили 13 районов с 21. За надворье работы покуль не ведутся на полночи региона. По информации облсельхозхарчу, на 19 липеня убрано больше за 6 тысяч гектаров. Это складает 2% от засеянных площадей. Намолочено 20 тысяч тонн сборжа. На такую же дату лето сливы были куды ниже. 800 убранных гектаров и только 2 тысячи тонн намолоту. Зараз средняя урожайность по области крыху превышает 30 центнеров с гектара. Это на 5 центнеров больше за минулогодний показчик. Активна ідея на Могилюшині і уборка озимого рапсу. Цю культуру убирають во всіх районах, окрім Городського, Мстиславського і Шкловського. На цей момент рапс убрали на площі 4,5 тисячі гектарів.